Привет, друзья! Вчера снимал видос, делал обзор вот этого дозиметра. Только закончил, сразу отключили электричество. Смонтировать не успел. Пока оно отсутствовало, установил на блочок две клеммы. Сейчас я покажу. Плюс и минус. Подключил прямо к аккумулятору. Теперь можно подключать типа вот такой светильничек. И можно при таком свете что-то делать. Что-нибудь творить. Кроме всего прочего, у меня здесь еще солнечная панель. Еще один дополнительный светильничек. Сейчас солнца мало, поэтому света мало. Сейчас тучки разойдутся, и я подключу телефончик. Малость подзарядю. А к этим клеммам подключу 12 вольт от аккумулятора. И можно будет работать на компьютере. Смонтирую видос. На нижнюю клемму подключим минус. На верхнюю плюс. Нормальненько. Нормальненько. Включаем питание. Оно не включается. В чем проблема? Нормальненько. Включаем компьютер. Нормальненько. И на этом мы, пожалуй, закончим. На сегодня все. Всем спасибо, ставим пальцы. Обязательно подпишитесь. Ссылочка будет в описании. И всем пока. И всем пока. И всем пока. И картиночка в конце. Ну-ка, ся. И вставим вот такой переход. Чик. Еще раз вот чик. И всем пока. Нормалек? Нормалек. Видос сохраняем. А что у нас на солнечной панели? 14,5 вольта. Сейчас подключим на зарядку телефончик. Заряд пошел. Заряд пошел. Все нормально. Жизнь налаживается.